Five stones! Woo! Нам нужно не о врагах думать, нам нужно о нас думать. Смотрим прицел, убиваем голову, все. Получайте просто удовольствие, Эрик, получай удовольствие от игры. Это самое главное. Получайте кайф от лана. На лане всегда делаются те вещи, которые не делаются в онлайне. Просто как хочешь выбежать, посляд. Хочешь купить ОК, покупать. Ребята, погнали. Каждый раз я делал одно и то же. I'm Boss Challenge и ДМ Сабершок до 80 киллов. Дальше только в бой. Вот это наше рабочее место. Кабинки. Их не было даже на Real Major, но у нас они есть. Не, вот наши зрители. Подожди, я скажу что-нибудь, Макс. Алло, человек мировой 50. Может быть, 100. А там наши противники. Так, ну что ж, садимся и начинаем играть. Первая игра в сетке у нас ПАВ. Уже было две встречи. Первая закончилась 1-1 и вторая 0-2. Сегодня мы играем против них Ancient, Dust 2 и Inferno. Да, это BO3, тут больше не будет BO2, как в прошлых частях. Проигравший спускается в нижнюю сетку, а победитель в полуфинал верхней. Игра принципиальная, она интересная, потому что я играю против Фандера, против которого никогда не играл на турнирах. Мы всегда были в команде. И это тот самый человек, который участвовал в моей прокачке ПК. То есть, по сути, грубо говоря, я играю против своего ученика. И поэтому интерес был вдвойне больше. Все, по правой проходите, туда аккуратно пикать, может агрессивно. Я готов. Подождите, дай пик. Сейчас дам флешку, ждите. На Five Stones выдал Бумыч, и так, поехали. Первым падает Варпач. Бустер прям за плантом, за плантом. Умер, хорош. Ставлю. Сейчас сайт один. Хорош. Еще один пончик и справа. Топ подходит. Шок, ты закрыл. Хороший. Сделать, и в принципе сейчас плюс один фраг. По итогу случается, ПАВ не выживает в этом раунде никто, и это третий для Five Stone. Слава упырь! Ебать. Без так был. Они просто это гранат ловушка. Не хватает, ребят, докидывающих. Давай. Бублик 2, еще флэш. Блять, ты убил его. За плантом был. Против Ликса остался. Один в один клатч сейчас остается для Эрика Шокова, да это и в принципе Дима Ликса. 57 хп у Дима Ликса. Уши, да. Пошли, может, наш раунд подать сделаем? Он хорошо заходит на раскидке. Пошли на раскидку сделаем. Это. Хорош. Есть! Бус чекните. Есть, стоит прям близи, выходи на него. Бус. Авик еще. Вода, ты взял? Близко справа. Два авика. Они укрепили. Кураж пока кила не находит, отступает на ИПКП. Не потерял, однако Дмитрий Лик забирает Шока. Есть размен от Моу и Кураша. Убер это! Это ковбой. Ой-ой-ой, это ковбой на карте. Найс. Не, мой, играй. Я дефа. Пончик. Хорош, Макс! Хорош. Один! Хорош! Остается. Ну и тут на столе Моу запекать она вполне может. Видела ствол, но Моу на реакции забирает Эндерли. Ноль могут заркадить. Лучше просто, лучше. Где? Хорош. Все, хорош. По-моему, топнул. Да. Выход. Макс! Эмоции? Да пока нет эмоций, надо собраться на вторую карту, чтобы не затягивать. Потом уже будут все эмоции. Тика, два! Молодцы! Туда, нахуй. Флешку от шарта держу, Макс. Вы вышли, да? Хорош шок. Шок лучше, ебать. Вместе, жги. Есть! АУП к этой возьми. Но еще и подключаются, подождите, Фандер тоже. Так, один на один. Блять, НТ. Да, ну не отдавайте так, ребят. Ну да. Лэнд. Лэнд, ну, нужно бить. Убить, КД. Зови шок, зови. Могут быть теперь проблемы. 100 хп, 100 хп против АВП. Ой, он не добирает ее, Антика. Просто. Помочь. Найс трай. Да, нормально. Я честно не знаю, как они прошли. Я не знаю, я тоже клянусь. Машина! Внизу! Хорош!
Лучше! Вот так вот, блядь. Шок ставит точку в этом раунде. Минус 3. Это пистолетка для 5-стоун. Ешь гной. Опа. Аунгер забирает двоих. Хорош! Ай, на пропрыжке был, ну куража на планте. Она в Моу спине. Смотрит. Моу смотрит, это хедшот. Неважно, это просто фраг. Это 9-12. Помоги, Эрик! Эрик, жи. Эрик, жи. Это Авик прыгает, элеватор. Прыгает. Шорт. Шорт. Один проходит. Шорт. Шорт. Прыгни, прыгни. Не дефуль. Уже вышли бы. У меня еще будет один. Один дэл, скорее всего. Аташка, Диман, Аташка, Аташка, Аташка. Б. Б вышел. Я смотрю. А, Б вышел, варпач ласт. Двери, иди на шифте, двери. Выйди двери, на шифте выйди двери. Убивай! Просто шелуша, просто! О, нихуя! Ну просто помолчи, типа. Выйди, покушать его! НТ, 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 НТ. Это пиздец, нахуй. Мы в полуфинале верхней сетки. В случае победы козлов мы попадаем прямиком в финал. В случае проигрыша мы падаем в нижнюю сетку полуфинала, где нас будут ждать ребята из АФК. Да, они обыграли ПАФ, и ПАФ вылетели с 4 места. С Годс мы решили играть Ancient, Nuke и Dust 2. Подожди, посмотри сразу. Угу. Я вот тут буду стоять. Я пика. Это Б, это Б. Б, бомба. Трое Б, комнаты нет. Хорош. Есть, внычки. Дефусь, Кирилл, дефусь. Садянь. Да-да-да. Пойди. Даже не за что. Я застряла. Что у нас за зону широком было выйти? Мы отдали, блядь. Да я перезаряжала. Бля. Нормально. Ну, Кураша тоже такое ощущение, что не подозревает, что он именно затем стоит камнем, но пока видим то, что Кураш открывается и делает фраг. Так что четвертый раунд для команды 5 Stones. Должен быть темп. Должен быть темп. Бля, нормально. Темп. Антек. Шатка. Ну, калаш точно лучше не подставлять. Моу погибает, антика тоже. Калаш остался в итоге на земле. Также и Кураша выбивает. И Шок, который абсолютно пустой, только со своим диглом. Может сразу что один хэд какой-то нарисовать. И это тоже не вышло. Темп. Антек. Все, давайте раунд забирать. Да, опять. Вышло. Помочь, Эрик, помочь. Пикай, пикай. Убьем. Хорош? Хорош. Ставят, 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 ставят. Да. Антек. В упоре, в упоре у вас. Эрик, сзади Авик, сзади Авик. Лево-право. Хорош. Право. Хорош. Авик. Хорош! Нет, Авик еще там. Бэ-бэ-бэ-раз. Помочь. Сижу. Бэ-бэ-бэ-бэ, все Бэ. Все, еще один, блядь, просто. Смог дай на бомбу, смог на бомбу. Смог дай. До конца, до конца. До конца. До конца. НТ. Блядь! Надо ждать, надо ждать МП, он спину уже убивает там. Антика! Найс трай. Ну что, раунд получился для Шока здесь с достаточно безнадежным раскладом по итогу. 9-6 закрывает половину голд. Пушат, пишу. Кончик. Двое, двое, двое. НТ. 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 Нормально. Раунд берем, им пизда. На обойде. Блядь. Возьмем по минимум гранат и без араша. Туши. Тушу, тушу. Не вижу ничего. Какой зажим, ёбаный рот, Димон! Что это? Он это прочитал. Он это прочитал просто. Он просто взял выше. Угадал просто. Ебать, там выскочил их. Не, да, справа, справа. Тут еще один. Да, спускался, да. Сидел, ждал. НТ. О, нихуя себе ты, конечно. Убили я. КТ выбежал. Я ждал КТ. Блять, что он делает? Через этот, да. КТ был один. Кураж и Шок. Но тут Авик от сурового не прощает. Ничего. Бля. Есть мейн. Мейн? Убежал налево. Да, бля. Молодцы. Хорош. Хорош. Шутка.
9, 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 9
Надо рампу сыграть, надо рампу сыграть. Убил рампу. Бегем рампу, бегем рампу. Рампуй рампу вниз, рампуй вниз. Часы, 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 часы. На плантом часы. Убил. Найс, убил. Дверь. Открыл дверь. Красный. Успел поставить, открыл дверь. Молодцы, хорош. Домой нахуй они. Тихо, 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 тихо. Хорош. Хорош. Надо, надо. Надо. Убил, хорош. 9 будет. Нет, надо выйти, убить будет. Не. Дверь смотри, дверь посмотри. Вен, вен. Рампа слева. Мома натянтика. Алик. Живи, живи, жить, жить. Да! Видите сначала ган, а потом уже празднуйте победы. Найс трай. Бомбу убила, бомбу убила. Бомбу убила. Подави винтом. Один, да, один винты, второй будка. Бля, сзади. Что проблема? Мы говорим будка, ты будка, будка, будка. Войны прямо сейчас. Найс! Хороший! Хорош, Моу. Моу, жестэм, гениально. Варбач. Хорош. Хорош, сука. Хорош. Бля, слепой. Маровский. Убил бы. Слепой. Будка, убой! Будку, будку, будку вышли, будешь в будку вышли. Не подставляй. Найс! Хорош! АОП, АОП, возьми. Эрик лучший. Уходит, скоупится кто-то. Дверь открыли. Дверь открыли. Я спрыгнул в плент. Будка 2. Уходит будку. Плент. Дверь. Два. Плент. Из центра справа. Справа дай плент. Справа дай плент. Два. Варпачик. Варпачик. Давай, брат, мы выиграем. Это наша карта. Кликнули. Сейчас все равно пьем, блядь. Но ты это. Блядь. Короче, дай следующий раунд плеера выиграть. Где? Очко, 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 очко. Окно. Близко окно. Двое красные. Да. Все красные, Анта. Пиздец. Идемте все Б, идемте все Б, блядь. Кто убил? Я вас. Тачка, тачка живой, тачка живой. Тачка! Еще там же. Есть. Архадик, уже. Кину на пункту. Блин, на пункту. Трое Б, трое Б. Раз, два. Найс! Хорошо! Дверь, 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 дверь! Хорош. Бомб два! Авик, брать, авик, брать! Нормально, нормально, Макс, нормально, мы забрали 6 раундов. Тихо, два фунту. Пусть один, гуси плен, гуси плен. Пика, не пика, Киря. Бля, сори, сори. Просто лучше, блядь. Плен, плен, плен. Антика, пушил. Плен за испанским. Я делал. Я пушу, я пушу, я пушу. Малка. Дефи, 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 дефи. Пока тоже смог. Киря, Киря, смог отбереть. Тачка, плен, 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 под очком, под очком. АВП-очко, АВП-очко Кия. Я возьму. НТ. Пачку у кого? Пачка как раз таки у него придется открываться. Кураж погибает, Шоу погибает. Суровый, отличный дает. Ой-ой-ой, третий выстрел. Моу, моу, моу. Ничего, 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 ребят. Он один был, я не слышал много топота. Пошмит. Иду уходит, может ли Б поджать? Б, Б, Б. Б, бомба. Боже, сейчас АИМ ушок это пошел, квадрич от него. И 13 раунд. Он с двух сторон там зажимает, он не знает, что делать. Да, тут сейчас для него такая ситуация. Пачка, кстати, стоит. Да, там Платон просто промутился плента, по-моему, у него пачка была, пачка, я не обратил внимания. Дима! Плент, плент! Авик. Гендерфер. МТ. Держи пистолет. Бомба. Бомба. Это они стоят. Так, пачка стоит. Что, блин, ты Димо? Что он мутит? Платонио! Все. Бля, ну я в миду ухожу. Ну хуйню отдали. Там, если бы тот 2 раунд брали, все, типа.
Мужик, нужно всего лишь на одну игру больше сыграть. Да? Да. Гаумар Джос! Гаумар Джос! Гаумар Джос! 15 декабря компания по девайсам для ПК Dark Project стали партнерами Cybershop, и они для меня подготовили лимитированную клавиатуру с интересной гравировкой, которую я видел в этом ролике впервые. О, это та самая клавиатура, которая будет у нас в игре. Реально, блин. У меня плохой высоко. О, фу, какая она тяжелая. Она очень тяжелая. Бро, нужно тренироваться. Кстати, их лейдинг с ассортиментом я оставлю в описании этого ролика. Цена здесь большая, конечно. Ну, наверное, человек 300-400 может поместиться. Но билетов было продано около 200. Легенды, привет. Готовы разъебывать? Готов разделать? Конечно, конечно. Cybershock! Cybershock! Ребята, лучшие сервера на планете Cybershock. Тренируйтесь только там. Сейчас мы играем игру против АФК. Победитель попадает в финал. Проигравший летит домой с призовым в 1 000 000 рублей. Да, это неплохо, но хочется все-таки 7 миллионов рублей. Мы играем Overpass, Nuke и Dust 2. Мы готовились к этой игре, делали заготовки на раунды и изучали их демки. Нам нужна была эта победа. Но есть одно но. Мы до сих пор ни разу не выигрывали эту команду за всю историю лиги. У них очень сильный состав, где играющих игроков 5. У нас, к сожалению, 4. Выходите, выходите. А, пуш подал. Хорош. Шорт 2, 2 шорт, 2 шорт. Двое шорт. НТ. НТ. Эхо, эхо делаем, да, эхо? НТ. НТ. Лас монстр! Один монстр, двое, один монстр. Двое, летит, он летит. Я не пикаю, Киря. Киря, пожалуйста, не пикай, Киря, не пикай. Не пикай, не пикай. А зиг так, ты его видел? Найс! Да. Видишь, нет, Кири, молодец. Шорт вышел! Уходи, уходи. Да. Есть БЛФ, да? Б вышел. Двое Б, двое. Один есть монстр. Да! Хорош, хорош, хорош. Куда нахуй? Шорт на выходе. Убили нас. Бомба! Иксду, иксду. Пять патронов. Хорош. Бомба монстр. Шорт, шорт, шорт. Поправо, пуш. Подождите, это пока что минус 3 для Кофе, а будет ли четвертый? Ему очень мало хп, он но все-таки это снайперский девайс. Кофе пока что не понимает, где искать своего оппонента. Кто он кого, да, да, кто кого перетерпит, потому что здесь Кофе некоторое время подождал. Так, он нужно он... Кофе, аккуратненько. Кофе. Ой, ты подожди. На! Ну хорош, хорош. А я пошел в туалет, а я в Кофе. Кто-то подал, бейте. Слева, слева. Хорош. Надо фулл это делать и next bright. Давай, да, да, там уже, ой, там уже со спины идут, но тут, ай, не летит, ой, на нож! Давай! Да, нет, ой, зарезали! Хорош! Бухорин здесь встал. Слева, Бухорин. Он Бухорин. Сзади, сзади, сзади спина. Вот тут слева будет, слева. Бейлис на руку попадает, блядь. Я тоже за меня очень люблю. Сзади, сзади, спина! Вода тут! Еще убить. Еще двое. Вода два! И сзади. Не, ну, блядь, спину смотри, хотел поставить, да, в спине был, блядь. Что красный? Что красный? Трое, трое! Машина, машина был. Жду я тебя. Дома, я выйду, я выйду. Он с котыки. Не-не, он с котыки, А вот это уже серьезно, да. С этого мужчину мы привыкли видеть. Джерри! Да, два минуса забирает Шока, забирает Моу. И забирает следующий варпача, Джерри! Кофе минус Антика! АФК берут этот раунд! Еще один Джерри. Толя-то. Джерри лонг, ушел лонг. Справа. Справа близко? Да. Да. Да, да, близко был. Нормально, нормально. Да,
вторая наша. Не, мейн стоит. Еще мейн справа. Давай. Убил. Пошли пикать. Справа мои и на будке. Авик. Где калаш? Авик двойной до сих пор. НТ. Все, нормально, давайте трогаем. Давайте нас на раз. Есть... Бомба как стоит? Бомба слева стоит, слева от пента. Слева от пента. А, нет, нет, нет. Почти. Он тут, рампа. Кирилл, ну хорош! Где рампа? Подожди, будка. Эрик, я сейчас убью, я сейчас убью. Дверь еще есть. Дэм. Потушил улицу. Могут выйти. Мейн. Она должна это забрать. Она должна это забрать. Есть контроль пачки. И на самом-то деле один буквально промах Анастейс. А может стоить этого раунда, но он не промахивается. Анастейс. Я дочитал эту ситуацию. Анастейс-то был на улице около мейна, да, и по таймингу уже мог куда-то в районе девятки подняться. Пошли, мейн. Мейн убил. Вас, улица. Бак у меня. Хорош. Давайте добирать, ребят, всем матчи можно забирать. Давайте. Все, мы все забираем. Хорош. Верится пока, но кофе теряет очень много здоровья. Настейс на халяву прошел здесь. Так, Моу уже два фрага, хаскирочек, тоже своего не находит, Моу уже три килла. Будка. Слышал слева. Справа. Калаш, лови. Молодец, Моу. Квадро. Молодец, Моу, ты, блядь, полкоманды. Хорош, ребят. Один вышел, пода с калашом. Еще сайт, кураж. А Бэффи должен быть. Пика, дверь. Красного. Может, где пулит, он красный. До конца надо будет быть. Да, на этом моменте наше выступление на медиалиге было закончено. Мы дошли до полуфинала без единой смены состава. Это было потрясающе. Кстати, я сделал самый большой процент хедшотов на всей лиге. 59%. Это для меня непривычно, но я буду стремиться в эту сторону. Да, хедшоты, ХСД, МДМ, все будет именно в эту точку. А победителем первого сезона стали АФК. С нетерпением будем ждать второй сезон. Надеюсь, он будет. А я дальше играть и становиться лучше. Если судить по этой лиге, я понял, что не все так плохо. У меня есть потенциал, который нужно отрабатывать. Стреляю я все-таки неплохо, если судить по процентам хедшотов и количеству киллов. Ну а я тебе предлагаю посмотреть ролик, где я стал модератором проекта Сабершок на несколько часов. Получилось годно. Просто тыкни по ролику, и ты на него попадешь.